В Баку в жилом доме взорвался газ, серьезно пострадал один человек. Все произошло, когда мужчина зажег свет. По основной версии, причиной ЧП стала утечка газа. После взрыва начался пожар. Первый этаж, где располагался магазин канцтоваров, выгорел практически полностью. На втором-третьем взрывная волна выбила окна и двери. Поврежденный участок газопровода перекрыли. На месте происшествия работают все экстренные службы города.